Дорогие друзья, на момент публикации товаров все ссылки активны и товары доступны для покупки. Если при переходе по ссылке товара недоступен, то продавец либо удалил товар, либо товара уже нет в наличии. Спасибо за понимание и приятного просмотра. Зонт со светящейся ручкой джедая. Как известно всем, у плохого джедая меч светится красным, а у хорошего синим, так что приобретая этот зонт, вы можете выбрать, на какой стороне силы вы хотите сражаться. Магнитный конструктор состоит из гибких магнитных полос, с помощью которых можно создавать и проектировать все что угодно. Для того, чтобы собрать свой авторский объект, нужно просто согнуть и соединить магнитные элементы между собой. Механическое запорное устройство, как в принципе и обычный замок, призвано охранять жилую территорию. В кодовой модели нет замочной скважины, а значит открыть дверь отмычкой вряд ли получится. Последовательный набор или одновременное нажатие кодовых цифр освобождает ригель и открывает дверь. Беговая дорожка. Благодаря своей складной форме и малым габаритам идеально подходит для занятий спортом в домашних условиях. Механизм очень прост и не требует дополнительных установок. Стоит отметить, что дорожка оснащена удобным интерфейсом и практически бесшумно. Сумка на раму для велосипеда. Имеет несколько отделений для разных вещей. Есть специальное отделение для смартфона. Не слезая с велосипеда, можно отвечать на звонки, переключать треки или проверять намотанный километраж. Нож Doom Blade. Сборка качественная, без заусенец и видимых недостатков. Клинок изготовлен из 440-й стали. Клипса расположена справа, не мешает при сжатии рукоятки. Рукоять можно выбрать в любом понравившемся цвете. Доска для рисования с диагональю 8,5 и 12 дюймов. У доски есть функция быстрого очищения, которая блокируется специальной кнопкой. Служит неплохим базовым устройством для рисования. В основном позиционируется как игрушка детям. Домашний мини-аквариум. Конструкция состоит из двух частей – самого аквариума и органайзера для канцелярских принадлежностей с небольшим LED-дисплеем. На дисплей можно вывести время, температуру или же будильник. Комплект включает в себя декоративные элементы для резервуара с водой. Все мы знаем, что уже вышел новый iPhone. Сегодня этот модный гаджет стал синонимом успеха и высокого социального статуса. Стоит он достаточно дорого, но при желании накопить на него сможет любой желающий. Ведь даже сидя дома можно зарабатывать деньги. И одним из вариантов является инвестиционная компания Avalon. Чтобы стать инвестором и начать зарабатывать, тебе всего лишь нужно пройти быструю регистрацию за 2 минуты, выбрать тариф и получать стабильную прибыль каждый день. Более 900 тысяч успешных инвесторов – показатель надежности компании. Офис компании находится в Москва-Сити, все легально и прозрачно, еще и бонусы есть. Итак, на прошлой неделе я делал депозит на 7 дней. Мой депозит отработал, и давайте попробуем вывести деньги. Поставим на вывод заработанную сумму. На оставшуюся сделаем еще один депозит на 7 дней. А вот и очередная выведенная сумма. Если вы хотите помочь себе сами, то делайте правильный выбор и регистрируйтесь вместе со мной. Меньше минуты, и вы уже успешный инвестор. Робот Gorilla Xiaomi. Главной особенностью робота является ее универсальность. Его можно сложить в компактный куб и без труда положить в карман. Для хранения конструктора также предусмотрен контейнер в виде космического ящика на ножках с прозрачной передней стенкой. Держатель для губки. Милый гаджет для фиксации моющих губок и прочих кухонных или же ванных принадлежностей на присоску. Его можно закрепить как на край раковины, так и на стену. На выбор также представлен и обычный вариант без мордочки. Магнитный органайзер для проводов. Представляет собой небольшой бокс для удобного хранения проводов. В комплектацию входят USB-переходник и популярные штекеры для зарядки устройств на магнитной основе.
Благодаря этому провода всегда будут аккуратно сложены внутрь, а не валяться запутанными. Смарт-гантели. Помимо привлекательного дизайна, имеют специальный механизм, отслеживающий движение. Их также можно подключить к любому экрану и наглядно следить за своим прогрессом. Гантели небольшого размера, отчего их легко брать с собой в дорогу, всегда поддерживая себя в форме. Двойной дозатор для зубной пасты. Диспенсер позволяет разместить зубные щетки, а также два тюбика зубной пасты. У него имеется отсек для различных ванных принадлежностей, а также 4 небольших стаканчика, которые держатся на магнитной основе. Двусторонняя нанолента. Может быть использована повторно и не оставляет следов после склеивания. Лента обладает водоотталкивающим свойством, что позволяет применять ее даже в ванной комнате для установки различных приборов. Также она будет полезна для монтажа элементов интерьера и декора. Ленивое одеяло. Состоит из приятного на ощупь и экологичного хлопкового наполнителя, который сохраняет тепло, легко стирается и быстро сохнет. В одеяле имеются специальные отсеки для рук и молния на спине, которые превращают его в уютную пижаму, с которой вы точно не замерзнете ночью. Динамик в виде наушника. Работает с любым устройством, которое имеет стандартный разъем мини-джек 3,5 мм. Также может подключаться и через Bluetooth. Помимо функции динамика, также может служить и микрофоном. Водонепроницаемая сумка. Имеет съемные стропы-лямки для переноски на спине и один единственный отсек для вещей. Верх рюкзака можно завернуть на несколько оборотов и соединить на специальные защелки. Выполнена из двухстороннего армированного ПВХ-покрытия и защищена от попадания влаги вовнутрь. Забавная игрушка «Какуля». Это достаточно странный и необычный предмет. Несмотря на свой неприятный внешний вид, благодаря эластичному и мягкому материалу, она может использоваться в качестве антистресса для рук или быть реквизитом для розыгрыша. Коробка для ювелирных изделий. Имеет очень много места, которого хватит, чтобы уместить украшения всех размеров. У нее есть как выдвижные полочки, так и просто много отделений в основном отсеке. В сложенном же виде она выглядит крайне компактно. Продавец предлагает несколько расцветок. Коробка для хранения белья. Органайзер полностью выполнен из ткани с боковыми вставками. Представлен в нескольких вариациях. Полка, ящик на молнии, коробка на липучке или отдел с несколькими отсеками. Помогает организовать место в шкафу и сэкономить на покупке дорогих полок. Душевая стойка для хранения принадлежностей Xiaomi. Универсальная стойка не требует сверления. Благодаря специальному модулю с регулируемым диаметром, полку можно надежно зафиксировать на любой трубе. Комплект включает в себя насадку для душа, а также два крючка для мочалок. Игрушечный самосвал. Имеет реалистичный вид настоящего самосвала. Игрушка оснащена вместительным кузовом, который полностью функционирует. Управление машиной и ее элементами осуществляется при помощи пульта. Магнитный глобус. Сделан из пластика и металла. Посылка включает в себя сам глобус, основание в форме буквы S, в котором он, собственно, и левитирует, а также адаптер. Устройство приятно подсвечивается и создает особую атмосферу. Светильник в виде планеты. Продается в нескольких размерах. Насыщенность и оттенок можно отрегулировать при помощи специального пульта. Он же отвечает за включение или отключение, заряжается при помощи USB кабеля. Яркий светодиодный фонарь с пауэрбанком. Достаточно мощная модель, которая отлично подойдет для ночной рыбалки,
похода или кемпинга. Устройство может выступать как в роли фонаря с высокой дальностью свечения и регулируемой яркостью, так и быть пауэрбанком. Чехол-приставка для смартфона представляет собой миниатюрную точную копию приставки Nintendo Game Boy, расположенной на задней стороне аксессуара. В ассортимент консоли входит 36 самых популярных игр прошлого. Среди них вы найдете Super Mario, Contra, Tetris и так далее. Машина для завтрака сочетает в себе кофеварку, духовку, а также противень, который располагается сверху духовки и функционирует в качестве сковороды. Каждый прибор можно использовать по отдельности или же все сразу, что займет куда меньше времени на готовку. Складная корзина для белья устанавливается на стену или любое другое желаемое место при помощи двух крепежей с клейкой основой. Корзина имеет складной дизайн, благодаря чему не занимает пространство в ванной комнате. Щетка для двустороннего мытья окон представляет из себя две части, которые крепятся друг к другу через стекло при помощи магнитов. Таким образом, можно чистить одновременно и внешнюю, и внутреннюю часть стекла. Пресс для гамбургеров. Прибор имеет ребристое дно и специальную крышку, к которой прижимается фарш для придания идеальной формы котлете. Набор включает в себя два вида форм с гладкой и ребристой поверхностью. Автомат для сдвижных штор позволяет управлять шторами в доме удаленно при помощи смартфона, специальных датчиков и сформированных автоматических сценариев. Также существует возможность приоткрыть их на определенное расстояние или установить таймер на автоматическое открытие или закрытие в заданный промежуток времени. Линейка для позиционирования отверстия позволяет сделать точечную отметку в любом месте и провести на поверхности сразу несколько линий, перпендикулярных или параллельных друг другу. Надо просто вставить карандаш в соответствующее отверстие и двигать линейку в нужном направлении. Набор посуды для кемпинга. Продавец предлагает несколько различных комплектов, состоящих из сковороды, чайника и кастрюли со складными ручками, тарелок со столовыми приборами и даже есть возможность приобрести посуду, идущую вместе с портативной газовой печкой. Защитный воск для авто покрывает кузов водоотталкивающей пленкой, защищающей от загрязнений и солевых смесей зимой на дорогах. Комплект включает в себя само средство, аппликатор и полотенце из микрофибры. Настольная боксерская груша помогает в домашних условиях отработать удары. Для фиксации на поверхности использует мощную присоску, а сама груша закреплена на пружине. Палатка имеет шестигранную форму, которая поддерживается парой опорных полюсов. Палатка оснащена водонепроницаемым чехлом, который выполнен из толстой ткани тафета, но по желанию его можно не использовать. В таком случае получится летний вариант палатки с сетчатым периметром. Устройство для очистки кукурузы состоит из нескольких частей острого лезвия, срезающего зернышки, емкости, а также держателя головки. Дополнительно в комплект входит насадка-терка. Из-за разбираемой конструкции устройство легко поддается чистке и экономит место. Зажим для зубной пасты. Нередко у краев тюбиков с уходовым средством или зубной пастой может оставаться еще много продукта.
Этот недорогой и полезный гаджет помогает полностью израсходовать тюбик за счет специального зажима. Браслет из деревянных бусин. Сделан из натурального обработанного дерева. Посередине может быть расположена любая из предлагаемых фигурок – крест, сова, леопард, гантели или другие. Ширина одной бусины 8 мм, а полная длина браслета может быть от 17 до 19 см. Подставка для столовых приборов. Одна подставка вмещает в себя до 4 штук. Помимо нее у продавца можно найти и иные упрощающие бытовую жизнь приборы по типу мерной ложки для круп, зажима под пасту, различных фильтров и другого. Хлебные тапочки. Думаю, их название говорит само за себя. Стелька у них сделана из плюша, подошва тканевая. Сами по себе они достаточно низкие. Размер легко можно подобрать по специальной таблице, приведенной продавцом на странице товара. Роза в стеклянном куполе. Представляет из себя яркую декорацию, которая может послужить отличным подарком. Нижняя часть может быть пустой или засыпанной разноцветными шариками, на которых находятся влюбленные фигурки. Высота конструкции 20 см. Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с AliExpress, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или WebMoney кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока!